Друзья, всем привет! Небольшое видео. Моя звезда горела-горела и затухла. Теперь из мертвых не могу восстать. Чахну. Чуть по чуть покажу вам маленько растюх. Это у меня алаказии из деточек. В грунте сидят, в торфе. Это у меня курли бомбина. Вот такая детулька. Насыщенный цвет. Красивый, зеленый. Вот так, как ее название. Сейчас я вам скажу. Лоу Райдер. Это название не вспомню. Вот такие детульки. Получала я эти растюшки голландские. Деточки достала, рассадила. И вот чуть-чуть по чуть и вылазит. А так-то я хотела обратиться к вам. Может, кто-то узнает, что это за растение. Продавали его как сингониум. Ну, это... Естественно, не сингониум. Что это за растение, я вообще не знаю. Вот такая вот растюха. Возможно, кто-то узнает. Напишите. Так, и вот это вот. Такой обломили отросточек. Дал уже корешки. Тоже не знаю. Может быть, это диффенбахия или филодендрон какой-то. Такой лист сжатый и такая желтая варигатность у него. Тоже напишите, пожалуйста, если кто узнает. А так я сегодня себя подняла. И хочу... Вот у меня Scandent Brazil вот в таком горшке. И есть вот еще триколор. Хотелось бы мне тоже такой горшок, но пока нету. Я нашла у себя вот такой вот наборчик и стоит. Лет 20 уже не пользуюсь. Поэтому я вот сюда сделаю так вот. Сейчас вот в маленький вот так пересажу. Сюда стаканчик ставлю. И вот так вот. Чтобы у меня вот получилось вот так. Он будет красиво свисать. Мордочку потом можно будет нарисовать. Конечно, я не художник. Что получится, возможно, то получится. Вот так вот. Так, что бы вам еще показать? А показать я вам хочу, наверное, сингониум. Такой вот малиновый крем. Пошел в рост. Детки вообще малюсенькие. Я удивляюсь, как отделяют. Они их такие маленькие продают. Укореняются вообще-то. Корень дал уже. Это малиновый крем. Так. Т-25. Ой, у него названий, наверное, я как знаю, уже название 4. Под всякими продают, лишь бы были продажи новые. Втридорого продают старые и вообще ничего не стоят. Вот это сингониум Т-25. О, вот это мой любимый сорт. Милк конфетти. Вообще растет. Беспроблемный, хорошо кустится. Я, кстати, свои сингониумы держу всегда во влажном грунте. Я не пересушиваю. Если пересушить, сразу начинает увядание листьев. Ну, это у меня вот так вот. Так, там нет конфетти. А это конфетти просто. Сингониум. Вот такой вот конфетти. Так, что тут у меня еще есть?
это шоколад. Шоколад. Такой беспроблемный тоже сорт. Так, Нгаенги лайма. Название интересное такое. Нгаенги лайма. Так, Pink Spot Marble. Ну, чуть по чуть растет. Пересадила я их в грунт с удобрением длительного действия. Так, это холли. Холли такой тоже интересный. Пошел в рост. Как-то очень не очень он у меня адаптируется. Так, друзья, давайте я вот этот вот сорт, как он, Imperial Yellow, очень-очень плохо у меня растет. Я этот лист удалю. Не хочет. Все дорогущие сорта, они не хотят расти. Ну, окрас, конечно, никакой. Сколько листьев не выдавал уже, то белый, то зеленый. Короче, так вот, никак вот. Это сингониум. А, снежная королева. Листик такой компактный. Хотя он вырастет покрупнее будет. Так, друзья, ну давайте на этом будем заканчивать. Всем пока-пока. Пишите.